нечто отстраненное, далекое, незнакомое, а на самом деле это часть того, что мы одеваем на себя, то, из чего мы пьем, то, чем мы угощаемся. Это часть нашей жизни. И хотелось показать промыслы как часть современного мира. Потому и такое название — актуальное народное искусство. Но обо всем скажем. Я хочу пригласить к микрофону. Сейчас попытаюсь правильно сформулировать. Я мог просто сказать организатор формально, но по сути все начинается с идеи, с замысла. Вдохновителя идейного, лауреата государственной премии, директора златоустовского знаменитого предприятия КХО «Булат» Сергея Геннадьевича Котова. Прошу встречать. Сергей Геннадьевич, приглашаю к микрофону. Здравствуйте, уважаемые господа. Прошу прощения. Мне приятно сегодня. Слышно. Мне приятно сегодня вас приветствовать, потому что то, что когда-то было идеей, сегодня она жизнь. Она воплотилась. Идея была только у меня в одном. Я 30 лет занимаюсь Златоустовской гравированной стали. Четверть века назад коллектив был принят в Кремле, и мы из рук президента получили государственную премию. Это определенная веха. И она дала уклад, понимание того, что происходит в России с народными промыслами, только в одном. Я хотел, чтобы мы имели площадку 365 дней в году и знали, что мы здесь продаем товар, который мы сделали, тот, который интересен, тот, который делается руками, не китайский, не ширпотреб. Я ничего не имею против Китая и того ширпотреба, но это маленько не то. Сюда хочет купить каждый и хочет купить то и понимать, что эта вещь сделана с душой, потому что по-другому ничего нельзя сделать. Подходим ли мы к гравюре? Кассинская ставим себе где-то в интерьер. Те вещи, которые мы хотим созерцать. Смотрите, нам помогает новая технология. Здесь 7 нот. И длина, и глубина ноты 31 секунда. Ого. Хотя здесь есть фон общий, есть музыка. Она 31 секунда. И она имеет функциональную нагрузку. Понимаете, говорят, одариваемый и тот, кто получает и дарит, даритель, все испытывают одинаковые эмоции. У лица 12 послов доброго, каранили этими, библиями. Понимаете, то есть вы отдаете тепло, то, которое только может быть вызывать здоровье, счастье, успех и так далее. И вот эта вот идея, которую мы тогда сделали именно с лицом, она сегодня приобрела полную ценность. Мы в 2013 году на Олимпиаду были приглашены, и где был медиа-центр, где сейчас детский центр «Сириус», там был отель. И мы там выставили яйца. И вы знаете, зашла одна из журналисток, мне Олимпийский комитет разрешил сделать яйца, я лёг купить лицензию, там она миллионы долларов стоила. На ней говорит, ладно, сделай, мы же не сделали. Вот люди на этой семью, почему я его вожу в самую руку, на ней даже Сочи, 2014. На ней стояли в раскладе яйцо Сочи, России и Олимпийского международного комитета. Это стояло, только мы сделали подставку везде. И они говорят, Тимоч, я куда эти яйца сделаю? Ну, мы делаем для лицов, туристов там, и так далее. И она зашла, вот так встала, говорит, да, жили нашими там. Ломать это все есть. А вот этого нет в Нью-Йорке. И вы знаете, я помню из своего детства, когда продукта не было, и вот яйца грохотками, да, по 30 тысяч. Вот она заходит, и они по вечерам день работают, вечером там, у человек. Она заходит и 30 лет смотрит. Уже по одному рассказал. И они у нас за 2 недели уже не подсоединили. Я тогда был чистый, что хорошо. Поэтому многие люди, которые вот даже сегодня стоят вот на моем стенде, вот этом тире, я всегда говорил, что каждая вещь должна иметь свое место, и она должна быть интерьерной ценностью. Вы подарили человеку нож, да? И он лежит в коробке, он хочет показать, он ему интересен, да, он один раз достал, два, а потом ходит с молотком, куда забить гвоздь, это не то.
дав ему подставку, он сразу найдет место. Если это не черемский, мы делаем колонну и в него ставим. А это, видите, это же и фундаментальная подставка. Мы взяли сейчас просто, ну, как вчера, чисто так, ага, финида, римское право. То есть мы сделали такое сочетание. Кто-то поставит, кто-то вниз. И так, о, моряк вышел на пенсию, человек ему кортик и так уже отдает. А мы такую маленькую подставку в виде якоря. Ну, приземлился, все, закончились хождения по мукам. Также вот на, допустим, кавказец мы поставили коня, да? То есть мы стараемся подыскать какие-то формы. Это вот в виде погона, да? То есть это азиатка, та русская саба. То есть я ищу формы, чтобы людям, которые покупают или получают подарок, я коммерсант. И я хочу, чтобы они поставили, и кто-то спросит: слушай, а ты где это нашел? Ящик же не полезет, а тот забыл достать. Поставил на видное место, пригласил гостя, смотришь, нам позвонили. Мы лишний раз что-то сделали. То есть это двояко, но в то же время это ассоциируется с чем-то. Потому что когда мы получили государственную премию, она у нас была важна именно от союза дизайнеров России.